отсюда. Спокойно, нужно идти. Нужно искать дальше. Приперлись как к себе домой. Мы их хозяин. Спаси нас! Это черт!
Барнс, осторожно! Счастливого Рождества, засранцы! Санта привез нам целый поезд подарков. Что это тут у нас? Кролички. Давайте, кролички, я спрошу вас. О чем вы, блин, думали? Едете на огромном утюге вокруг клубы черного дыма. Думали, мы не заметим? Чего вам, Барнс? Нам нужно знать, решаете вы проблемы или создаете? Что? Папа всегда говорил, что люди либо решают проблемы, либо создают. А в мире и так до хера проблем. Мы ищем тех, кто поможет решить проблемы. А, наши проблемы. И если ты это можешь, тебе лафа. Еда, одежда, пушки. Все, что пожелаешь. Даже медстраховка. Но если ты создаешь проблемы, что ж, папа научил нас, что делать с такими людьми. Таких людей нужно порешить. Угу. Наш старик в свое время постоянно так поступал. Да, да. Итак, кролички. Вы решаете проблемы или создаете их? Конечно, решаем. Мы решаем проблемы вообще по всей Барнс. Стране. Мы дадим вам чистую воду, построим убежище, достанем все, что вам нужно. Барнс, молчи! Ты это сможешь? Ну, я... То есть не я. А вот Раш. Значит, ты и станешь тем, кто порешает наши проблемы. Идите нахер. Ты все? Прошу еще раз. Не изволите ли вы нам помочь, мистер Раш? Ладно. Спасайся! Я видела тебя в поезде. Ты капитан безопасности. Я Кармина. Боже, я видела, как ты упал в воду и едва успела вытащить, но... Похоже, только мы с тобой смогли сбежать. Так, ладно. Будь осторожен. Близнецы забрали Раша, но рейдеров тут еще полно. Так нам... Нам надо вернуться вокруг Хоуп. Мама. Мама что-нибудь придумает. Идем. Привет. Вперед. Если пойдем вдоль реки, выйдем к округу Хоуп. Не могу поверить в случившееся.